Всем привет, ребят! Сегодня я хочу вам показать свою покупку, которую я сделал в этом году. Я давно об этом мечтал, много лет, и наконец-то это свершилось. Я смог это приобрести. Стоит, конечно, это не дешево. На эти деньги я бы смог себе купить хороший автомобиль, мог бы купить себе несколько iPhone X, может даже собрать топовый компьютер. В конце концов, мог бы купить себе крутую камеру, но нет, я купил вот это. Что же это? Это очень-очень крепкий мешок. Такого мешка я еще не видел. А внутри мешка лежит то, что сделает меня немного счастливее. А самое крутое то, что это будет приносить удовольствие не только мне, но и всем остальным людям. Да. Это Airtrack от компании Time Trial. Сейчас мы его заценим. Вы представляете, насколько это будет эпично? Я это буду сейчас распаковывать на огороде. Надую его на огороде. Обычно я смотрел видео с этим Airtrack'ом. Я никогда на нем не прыгал. Я смотрел видео, и везде его надувают. На газонах, на различных таких красивых местах. У нас же все-таки не Европа, это Россия. Так что на огороде будем. Блин, с этой покупкой придется еще какое-то время походить с Nokia 5230. Алло? У нас совсем недавно шел снег, но нас это не останавливает. Чтобы попрыгать, смотрите, еще снег даже остался. Выходишь такой из дому, спокойно, ни о чем не подозревая. Выходишь и смотришь, что там что-то творится на огороде, что-то необычное. Airtrack длиной 15 метров, высота дорожки 30 сантиметров. Прислала мне его компания Time Trial. Сейчас хоть немного потеплее стало. Уже подошли помощники, с которыми я сейчас буду тренироваться. Так-так, что мы здесь видим, а? Уже народ подтягивается. Сейчас будем учить колеса прямо на дорожке. Колесо – это основа. Мне это один как-то написал в комментариях, пишет под видео, где девочки учатся делать колесо. Я тоже умею делать колесо у себя на Жигули. Представляете, если так, таким образом пытаться растянуть шпагат. У меня сейчас такая идея. Хочу проверить, насколько высоко можно на нем выпрыгнуть. Чтобы высоко выпрыгнуть, нужен опыт. Ну, посмотрим, насколько неопытные люди могут высоко подпрыгнуть. Я хочу перепрыгнуть этот матрас. Это матрас высотой 2 метра. Ну, это сделаю уже в другой раз. Сейчас уже темно. Начинает темнеть вечер. Прохладно. Ладно, ребят, на сегодня все. Подписывайтесь на канал. Скоро увидимся. Давайте, будет много чего интересного.